Ну-кася, накася, что у нас здесь? Ага! Новый процик. В этот раз это не Xeon. Все более проще. Это квад. Но такого у меня квада еще не было. Это 9550. Это предпоследний квад, потому что 9650 это самый высокий считается, самый лучший квад. Четырехъядерник на 775 сокет. Это не Xeon, а именно квад, который подходит на 775 и встает без проблем. Вот такой вот. У меня был 9400, потом был 8200, 2800. И вот теперь у меня 9550. Такой вот квадик. Четырехъядерник. Шина у него 1333-12 мегабайт кэш. Кэш первого. Ой, это второй уровень. Ну и год, шестой год, как обычно, стандарт.